Еще одно важное направление двустороннего сотрудничества – это сохранение безопасности в Центральноазиатском регионе. Глава государства подтвердил, что Кыргызстан будет решительно бороться с киберпреступностью, контрабандой, торговлей наркотиками, оружием и людьми, нелегальной миграцией и терроризмом, а также транснациональной организованной преступностью. В этом направлении важно модернизировать материально-техническую базу вооруженных сил Кыргызстана, а также усилить совместное укрепление обороноспособности.